Хотите узнать больше о ТЭС и других техниках энергетической психологии? Зайдите на сайт emosvoboda.ru. Try It Productions представляет. Средства на все случаи жизни. Раньше у меня были проблемы со здоровьем, а теперь просто не верится. Даже не знаю, все так неоднозначно. Я очень позитивна и счастлива. По мне не скажешь, что у меня проблемы. Обычно в это верится с трудом. Автор идеи и продюсер Николас Ортнер. Я с июля страдаю бессонницей. Для меня это даже хуже химиотерапии. Ведь химиотерапия рано или поздно заканчивается. Режиссер-постановщик и режиссер монтажа Николас Полиции. Если клиент говорит мне, что по шкале от 1 до 10 его жизнь тянет на тройку, то я спрашиваю, почему так высоко? Человек недоумевает, ну почему не двойка и не единица? А в ответ? Ну, не единица, конечно. Сын у меня молодец, мне с ним хорошо. Мать помогла после развода. И я говорю, а как бы подняться до четверки? Я много всего перепробовал. Перед каждой операцией мне говорили, у вас шансы 40 на 60. 60%, что погибну, но я всегда попадал в 40%. О, черт, я волнуюсь. Без нее мне плохо. Очень тяжело. Погибла моя любимая женщина. Прекрасная женщина. Авария произошла минут за 5 до моста. Тогда Ракель не стала. И постоянное чувство утраты. Каждый день, без остановки. Снова и снова. Оно не проходит. Если травму получают за 30 секунд, то почему нельзя исцелиться за день? Час или минуту? В каждом дне я нахожу что-то положительное. Потому что грядущая неизвестность всегда пугает. Мы выяснили, что это напрямую влияет на физическое здоровье. Это зависит от связи между эмоциональным телом, энергетическим телом, физическим и духовным телами. Все это объединяется в нас. Радость не создает блоки. Блоки образуются из-за гнева, чувства вины, страха и депрессии. Мы только начинаем понимать, кто мы такие. Если я смогу встать перед аудиторией или даже поговорить с группой людей, не нервничая, то мои слова будут лучше восприняты. Я добьюсь успеха. Мои слова будут более понятны. Это новая сторона моих возможностей. Каждый из нас способен на нечто невероятное. Мы способны на все, что угодно. Надо отталкиваться от этих убеждений и изменить отношение к себе. Мы ведь все очень сильные. Из проезжающих машин мне кричали: «Держись, родная, у меня тоже поясница». Называли свои травмы позвоночника. А тут я столкнулась с неким непониманием. Приходилось объяснять, что это не модное веяние. У меня уже давно проблемы со здоровьем. Словно плита в четверть тонны на голове. Голова готова разорваться. Словно постоянный огонь внутри. Если телу больно, это сигнал о том, что нет гармонии в законах Вселенной, законах Господа. Простая диета и упражнения не помогли добиться результата. Каждый день я вспоминаю о прошлом, чтобы иметь надежду на будущее. Мне нравится моя жизнь, мой дом, все, чем я занимаюсь. Но если я бросаю курить, через 3-4 дня все начинает раздражать. Нас воспитали так, что мы недооцениваем себя, свои силы. Мы считаем себя жертвами и хрупкими биологическими созданиями. Пусть нас едят бактерии и так далее. Но это же неправда.
Постоянные мысли о проблемах. Замкнутый круг. Каждый человек, которого я встречаю, как загадка. Кто он такой? А когда человек оживает, осознает самого себя, то сразу огонь в глазах, радость. Если ничего не помогает, попробуйте так. Моя спина меня очень беспокоит. Какие-то чувства заставляют меня тянуться к сигарете. И я очень рад, что выяснил, какие именно. Я очень рада, что представилась такая возможность. Просто уникальная. В конечном счете, я должна понимать, что перепробовала все. Все, что могла. Я не знаю, чего ожидать. Мне просто не терпится. Ты следуешь зову сердца. Кажется, что это судьба. Но чем дальше, тем этот путь легче. Трудности лишь тогда, когда какие-то убеждения мешают насладиться жизнью. Я лишь верю, что такая техника поможет мне все забыть. Я нашел в интернете что-то про постукивание. Люди что-то такое делали, и, видимо, все. Там все делали так, и вот так. Я всегда говорю так. Знаете, есть одна техника, которая вам поможет. Она покажется вам странной, но если согласитесь попробовать, что-то может получиться. ТЭС — техника эмоциональной свободы. Это способ устранения сгустков эмоциональной энергии. Это средство для избавления от того, что мешает исцелению. Если была эмоциональная травма, что-то случилось, увидел что-то в новостях, что-то с другом или со мной, то течение энергии нарушается, а ТЭС призвана все это исправить. Суть ТЭС в том, что вы думаете о проблеме, например, о травме, и постукиваете по своему телу вот так. При этом достигается особое эмоциональное состояние, набор ощущений. Таким образом мы успокаиваемся. Когда я узнал про ТЭС и про постукивание по точкам на теле, я сомневался. Но я был в отчаянии. Я хочу раскрыться и избавиться от тех чувств, что у меня были. Забыть о прошедших событиях. Я просто обязана что-то изменить. Мне станет лучше. Точно. Иначе никак. У меня и сейчас все хорошо. Но я должна сделать жизнь еще лучше. Кажется, Томас Эдисон сказал, «Если бы мы реализовали все свои способности, то были бы просто поражены. Плохо то, что нас заставили об этом забыть. Воспитание, образование, телевидение». Люди ищут решение проблемы где угодно, хотя истина и само решение внутри нас. Нам предстоит понять, кто мы, на что способны и как мы устроены. Затем мы все это используем, чтобы улучшить свою жизнь. Жизнь должна быть в радость. 26 октября 2007 года. Стаффорд Спрингс, штат Коннектикут. 4 дня мы будем жить вместе. 10 человек, включая меня. Если прожить жизнь заново, чего хотелось бы избежать? Что изменить? О чем думал по дороге? О чем думал? Хотел вернуться к прежней жизни. Да, это невозможно. Но хочется забыть о боли. Там будут люди, которые помогут решить наши проблемы. Наставники. Хелена Джонсон. Рик Уилкс. Стив Манн. Николас Ортнер. Карл Лук.
Мой час настал. Я уже много лет мучаюсь. Больше 7 лет. Очень хочется все это забыть. Начать новую здоровую жизнь. Я Деннис. Наш новый сосед? Видимо, да. Классно. Я Сэм. Сэм, очень приятно. В этом наша задача. Надо прекратить медленное взросление и сделать квантовый скачок в своей уникальной жизни. И на это способен каждый. День первый. Обычно мы проводим по 3 сеанса. Здесь будет практикующий, его клиент и пара наблюдателей. Еще один в комнате, которого будут снимать на камеру, а третий — без камеры. Теперь о том, что такое ТЭС. Представьте, что каждый день вы получаете 100 единиц энергии или $100 на ваш энергетический счет. И вот в 10 лет у вас случается что-то грустное, вы сердитесь, за это вы платите $2. Но платите не один раз, а каждый день. $2 не страшно. Есть еще 98. Но к 15 годам вы отдаете еще $3, 2 дня назад еще $1. В итоге вы банкрот или в долгах. Я смотрю на ТЭС как на средство возвращения энергии. То есть я забираю $2 за гнев, транзакция закрыта, и я снова в норме. Постукивание. Энергия. О чем речь? Куда уходит энергия? Вслед за вашими мыслями. Если думать о ссоре недельной давности или совещании через неделю, то энергия просто покидает тело. Когда нам страшно или случается травма, легкая или тяжелая, потоки энергии закупориваются. Поток замедляется. И это противоречит нашей сути, нашей истинной чистоте на высоком уровне. Энергия должна проходить сквозь нас. Такой волной, эмоции — это энергия в движении. Поэтому нами движут эмоции. Если я двигаюсь свободно и все осознаю, то энергия проходит через меня. Никаких помех. Помню, как-то во время массажа я дотронулся до бедра пациентки. В этот момент она вспомнила, как чуть не съехала с обрыва. Эти воспоминания хранились у нее в бедре с 18 лет, в течение 20 лет. Она забыла об этом, но у нее были боли в бедре, том самом. И даже вся половина тела ей казалась слабой, неполноценной. Когда воспоминания ушли, то энергия высвободилась из этой половины тела. Появился баланс. В теле есть проводники для электричества и энергии. Они связывают все органы. Это как если зайти в дом. Бывают выключатели, которые срабатывают от хлопка, или самые обычные. Мы их щелкаем, и включается свет. Но нас это не удивляет. Это нормально. В доме есть электрическая цепь, повсюду провода. Электрическая цепь в теле сложнее, чем в доме. По сравнению с телом, электрическая цепь суперкомпьютера — просто игрушка. В нашем теле еще много загадок. Это очень важно. Мое тело состоит из физических частиц. Почему иногда они здоровы, а иногда больны? Получается, чтобы ответить на вопрос, надо думать не о теле, а о невидимых силах и полях. Я объясняю, что это как пробки в Нью-Йорке. Нельзя проехать по 5-й авеню, нельзя проехать по 6-й авеню. 23-я улица тоже забита из-за пробок, и по ней тоже невозможно проехать. Надо убрать заторы и пробки, чтобы все ехали свободно. Что происходит, когда я постукиваю по точкам на теле? Особенно по точкам с низким сопротивлением. Малый электрический заряд проходит по соединительным тканям и мышцам в другие части тела. Эти точки мы используем целенаправленно и осознанно. Как их задействуют китайцы? Они давят на них.
акупрессура. Укалывает иголками акупунктура. И все в разных точках. Любое физическое давление создает электрический ток. В этом наш метод. Мы возбуждаем электрическую цепь. Нервная система ведь тоже электрическая. Постукивание возбуждает электрический ток. Точки на теле. Давайте перечислим точки, чтобы вы все понимали. Начнем с точки рубящего удара. Она на ребре ладони. Кончиками пальцев постучите по ребру ладони. Это точка рубящего удара. Это первая точка, ее часто используют в процессе. Когда вам становится грустно, как реагирует иммунная система? Она перестает работать. Перестает работать. По правилам ТЭС надо сказать, несмотря на то, что моя иммунная система сейчас не работает, я целиком и полностью принимаю себя. И повторить три раза. Затем начинаем постукивать по другим точкам и повторяем напоминающую фразу. Моя иммунная система сейчас перестала работать. Я просто беру для примера. Моя иммунная система сейчас перестала работать. Моя иммунная система сейчас перестала работать. Моя иммунная система сейчас перестала работать. Точка на макушке. Где-то в центре головы. Можно стучать по кругу, можно просто хлопать. И насчет постукивания. Вот когда вы стучите по столу, просто так, примерно с такой силой, надо постукивать, чтобы достать до кости под кожей. И не надо стучать силой. Это не поможет. Очень сильно стучать не обязательно. Вот так вот не обязательно. Точки у бровей находятся на кончике в центре. Можно стучать обеими руками. Одной рукой, по очереди, неважно. Если нужно лучше стимулировать, я стучу обеими руками. Дальше у края глаза. Не так, чтобы прямо по глазу, но и не у виска. Прямо по кости, вот тут. Все запомнили? Точка под глазом. Она чувствительная, сильно стучать не нужно. Она прямо под зрачком. Стучать надо тут. Под носом. Я подворачиваю губу, чтобы поверхность была тверже. Но это не обязательно. Все нормально? Вы не стучите. Немножко почетче. Почетче. Да, вот так. Подбородок. Теперь на подбородке. Точка подбородка во впадине. Постукиваем. Ключичные точки, как и сама ключица, есть с обеих сторон. Там, где плечо крепится к туловищу. Найдите эти кости и сделайте отступ на пару сантиметров к мягкой ткани. Вот тут. Вот подмышечные точки. Они не в самой подмышке. Где-то на уровне лифчика у женщин. Отступ на ширину ладони. Если ваши слова вызывают сильные эмоции, просто начинайте постукивать. Можно прерваться и почувствовать, как вы реагируете. Вы увидите, что эмоции сместились. По шкале от 0 до 10, где 0 — отсутствие чувств, а 10 — сильнейшее беспокойство. Как вы себя ощущаете? Так можно оценить все перемены. Мы задаемся этим вопросом, оцениваем, постукиваем, а потом снова оцениваем. Так можно понять, помогает метод или что-то мешает. Наша задача — оценить отношение или заряд какой-то проблемы. Скажем, вас кто-то очень расстроил, и вы злитесь. Когда вы думаете об этом человеке, то как сильны чувства от 0 до 10? Это нужно, чтобы сделать оценку после постукивания. Оценка идет до и после. Иначе все просто говорят, что их это не беспокоит. Они не осознают, насколько им стало лучше.
Мы будем спрашивать, о чем вам напомнили эти чувства. Иногда все очевидно. Если вы попали в аварию, то это явно тяжелая травма, которую надо лечить ТЭС. Но иногда вы будете реагировать. Это не может быть проблемой. Это волшебные для нас слова. В этом нет никакого смысла. Волшебные слова. Это не может быть оно, потому что это и есть доступ к нашей энергетической системе, где мы начинаем ее чувствовать. Вы испытываете боль в теле? Многие спотыкаются в самом начале. Я предлагаю им выбрать больное место, напряженную часть тела. Мы сейчас поработаем с Джоди, и когда вы будете постукивать, вы поймете, что ее проблемы не всегда совпадают с вашими. Но вы не представляете, насколько у всех похожие ситуации. В моем положении мышцы всегда напряжены. Полностью расслабиться нельзя, а очень хочется. Это аутоиммунное заболевание. Организм борется сам с собой. Вот так я живу. Иногда бывает тяжело, но в основном проблемы в запястьях, наверное, потому что я много печатаю. А еще колени. Я раньше очень много гуляла. Каждый раз где-то по часу. Мне очень нравилось, но теперь не могу. Очень жаль, потому что я люблю свежий воздух. Мне все это не нравится. Я хочу снова гулять. Пусть каждый выберет часть тела, которая причиняет дискомфорт. Выбрали? Запишите. Спасибо. Теперь задумайтесь. Если бы в этой части тела была эмоция, то какая? 85% всех физических заболеваний связаны с какими-то эмоциями. Люди это осознают, но не понимают, что не обязательно только пить лекарства. Придумаем установку. Если вы злитесь на свои колени, такое бывает? Хорошо. Что бы вы им сказали? Сказала? Да. Как вы смеете меня подводить? Отлично. Видите, как полезны самые простые слова. Несмотря на то, что мои колени меня подводят... Несмотря на то, что мои колени меня подводят... Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь. Иногда люди не могут сказать, что они принимают свое поведение. Они не хотят говорить, что принимают себя. Принятие себя не должно мешать. Сама эта установка много значит для очищения и просветления. Тут важно просто любить себя в любой ситуации. Я как-то работала с коллегой, матерью трех маленьких девочек. Мы вместе путешествовали, и как-то за ужином она сказала, что курит. Она этого очень стеснялась. К тому же ее пугало, что она курит, когда у нее уже три дочки. Я ответила, что могу обучить ее технике, которая может избавить ее от курения. Раньше я не применяла технику против курения, но решила попробовать. Я начала лечение. И использование установки, которую я сочинила. Несмотря на то, что я курю, я целиком и полностью принимаю себя. Несмотря на то, что я курящая мать, я целиком и полностью принимаю себя. Несмотря на то, что мое курение плохой пример для детей, я целиком и полностью принимаю себя. Она просто расплакалась, и все стало ясно. Я прямо ощутила ее проблему. Ее ненависть к себе из-за курения, ее самобичевание мешало бросить. Несмотря на то, что колени мне не нравятся... Несмотря на то, что колени мне не нравятся... Они меня подвели. Они меня подвели. Я нравлюсь себе. Я нравлюсь себе. Вместе со всеми проблемами. Вместе со всеми проблемами. Несмотря на то, что я вправе злиться, несмотря на то, что я в чем-то сомневаюсь, я готов это признать. Тут прежде всего надо определить проблему. Осознание проблемы, признание, раскрытие этой тайны для самого себя очень помогает. Еще Фрейд говорил, что отсутствие тайн – путь к исцелению.
Несмотря на то, что он был груб, и я очень злюсь, как он мог так со мной поступить? Несмотря на то, что маме я был не нужен, как и все мы, И она об этом говорила, Несмотря на то, что я сопротивляюсь, Установка в настоящем времени и со всеми возможными подробностями. Как можно больше эмоций, страсти, энтузиазма. Надо привлечь воспоминания и все прочие ощущения. Образы, запахи. Все должно быть едино. И чем больше таких деталей вы используете и простучите их, тем больше шансов, что это сработает. Обозначение своих эмоций очень помогает, когда человек признает свои чувства, свои эмоции. Я целиком и полностью принимаю себя. И повторяем три раза. Несмотря на то, что моя иммунная система сейчас не работает, я целиком и полностью принимаю себя. Думаю, установка, несмотря на какую-то там проблему, я целиком и полностью люблю и прощаю себя, вместе с постукиванием — это самое действенное средство, на мой взгляд. Особенно с постукиванием. Я целиком и полностью принимаю себя. Люблю и принимаю себя. Я принимаю себя. И не надо в это верить. Потому что я это контролирую. На самом деле, неспособность принимать себя со всеми недостатками мешает жить дальше. Я всем говорю, что разобраться очень легко. Это сразу чувствуется в теле. Чувствуется в энергетической системе тела. По мере продолжения. Я хочу новые колени. Мне нужны новые колени. Мои колени плохие. Но этого мало. Мои колени не идеальны. Мои колени не идеальны. Глубокий вдох. Гораздо легче. Встаньте, пожалуйста. Какие ощущения? Все неприятности. Неприятности в моем теле. Я не прощаю себя. Я отказываюсь себя простить. Под носом. Этому нет прощения. Что вы испытываете, когда появляется боль? Злость. Несмотря на то, что я злюсь на себя. Разочарование. Мы часто игнорируем моменты нашей жизни, которые требуют внимания. Если долго так поступать, то они начинают напоминать, что эти раны надо залечить. В итоге напоминания станут жестче, потому что телу срочно нужна помощь. Если и дальше игнорировать эти мелкие симптомы, то они уже будут кричать. Либо обрати на меня внимание, либо... Кого олицетворяет ваша больная спина? Какой конфликт засел у вас в колене? Почему вдруг ваше плечо так себя ведет? И так для каждой боли. Может, все дело в излишних усилиях, умственных, физических, в сосредоточении. Надо анализировать проблему. Я все эти годы старался не задумываться о плохом. А тут мы только этим и занимаемся. Хочется всех заткнуть и пойти спать уже. Часто в случае заболеваний или проблем мы отстраняемся от своего тела и много других способов. Мы не хотим испытывать боль. Многие мысли вызывают бурю эмоций. Но эмоции — это и чувства, и физиология. Они оказывают влияние на здоровье, на наше состояние. Мы сами зацикливаемся на мыслях и эмоциях, которые мешают процессу лечения. В современном мире столько разных сложностей. Мы не приспособлены к такому миру, к таким стрессам. Мы перегружены. Но если научиться разгружать свое тело, получаешь контроль над всей жизнью. Думаю, нам надо поработать над вашей аварией и вашими ощущениями. Я избавлюсь от скорби в своем теле, в разуме,
в разуме. Я избавлюсь от скорби. Чтобы найти проблему в энергетической системе, в этом поле, а потом постучать по ней, надо просто представить ее как можно точнее. Нужно создать образ в голове, вспомнить ощущение, полный эффект присутствия. Это не так уж сложно. Если вас что-то беспокоит, вы легко об этом вспоминаете. Чудовище. Я был чудовищем. С тех пор, как я вернулся из Вьетнама, это чудовище ждало своего часа. Я боялся, что не смогу справиться. Я знал, на что я способен. Знал, что я могу натворить. Я убивал. Многие тут впервые честно излагают свои чувства. После этого тело сразу отзывается. Чей-то сын, отец, брат, несмотря на то, что те люди уже мертвы, Несмотря на то, что злоба моей матери отдается в спине, я целиком и полностью нравлюсь себе. Несмотря на то, что прошло 2 года, мое колено еще болит. Отличный способ эмоциональной разгрузки. Он напугал меня. Пусть он не хотел. Но он напугал меня. Но я знаю. Что очень постаралась. Забыть об этом. Эмоциональная система должна указывать путь в вашей жизни. Когда она работает, все в порядке. Когда вы сбиваетесь с пути, система обратной связи вас подстегивает. Любые наши эмоции, положительные или отрицательные, посылают химические сигналы нашему телу. Эти реакции отражаются в сосудистой и дыхательной системах, а также в эндокринной. Они всегда влияют на нас. Если вас беспокоят такие мысли, то тело не знает, реальная это угроза или просто образ опасности. Начальник, жена, ребенок или воспоминания. Это все только в голове. Когда у вас стресс, повышается адреналин, повышается кортизон, сахар крови, потребность в инсулине, весь организм физиологически напрягается. Если что-то проявится, какая-нибудь боль в бедре или головная боль, то это хорошо. Значит, эмоции как-то с этим связаны. То есть, Джоан, если вдруг дома заболит колено или спина, то надо задуматься, что у тебя на уме, что случилось, кто звонил. Это очень полезно. Если вдруг заболел зуб ни с того ни с сего, то надо задуматься, с кем вы говорили. Как же долго я хотела, чтобы лишний вес куда-нибудь пропал, чтобы эта ноша исчезла. Я была в отчаянии, потому что никто не хотел помочь мне с моей бедой. Когда эмоциональная подоплека выявлена, начинаются физические изменения. Я лишился второй половинки. Я пытаюсь смириться с этим, но у меня не получается. Подсознание хочет защитить нас от любой боли. Оно мешает. Мы не видим всех слоев проблемы. В итоге мы стопоримся. Думаю, скорбь сложнее всего рассмотреть со стороны. Мы работали с авариями, травмами и прочими проблемами. Однако скорбь — это самый сложный случай. Я работала с теми, кто скорбил по родным и близким, погибшим в аварии. Это связано с шоком, с тяжелыми воспоминаниями о погибшем. Это 37-й день рождения Ракель. Тут цифра 36. Она соврала мне насчет возраста. Это в 2004-м. А это на студии Universal, в парке развлечений в стиле парка юрского периода. Это у ее прежнего дома в Теннесси в 2005-м. Это она в Чак и Чиз.
Это последнее Рождество, 2006. А тут больше совместных фото. Мы как раз туда ехали, когда она погибла. Проиграйте аварию в голове и скажите, есть ли особые моменты, которые вызывают резкие чувства. 31 июля этого года, конечно, 2007-го. Прекрасный летний день. Было очень жарко. Мы просто ехали, все было отлично. Потом мы переехали мост Джорджа Вашингтона в сторону Нью-Джерси. Там и произошла авария. В 5 минутах от моста. Нас подрезал грузовик, отъезжавший с обочины. С момента в машине до появления грузовика. Любые детали. Наша задача — разбить все на фрагменты, чтобы анализировать. Так работает и наше тело. Некоторые могут считать себя виновными в причинах происшествия. Вспомните все детали. Проиграйте в голове, как кино. Посмотрите это кино и отметьте в нем все детали, от которых вас трясет. Такой момент сразу видно. Мы едем по шоссе, переезжаем мост Джорджа Вашингтона в сторону Нью-Джерси. Мы едем с обычной скоростью. Что обсуждаете? Как я ездил по делам на пикапе? Все было хорошо. Никаких проблем. Мы заметили, что у обочины стоит много грузовиков. Я столько раз видел это кино. Фильм просто ужасный. Это последний показ. Надо смириться. У меня свои причины. Что вы отметили? Я помню ее лицо. Когда мы воображаем себе лучшую версию реальности, появляются препятствия, которые указывают, что мы уже раньше это воображали. Эти препятствия следуют из-за неразрешенных переживаний. Какой у вас уровень беспокойства? Стэн, да? 9. Можно продолжать? Когда я перестраивался, то заметил, что выезжает грузовик. Сейчас вы заметили тот грузовик. Вы перестраиваетесь. Вы жалеете, что перестроились? Зря я это сделал. Ясно. Вы сильно этого хотите? Это же правда. Вы бы не хотели. Но какие эмоции с этим связаны? Я всем сердцем чувствую. Не надо было ничего делать, ехать прямо, а потом перестроиться. Я хочу. Чтобы этого не было. Я спрашиваю Бога, почему не я? У нее 6 детей. 6 детей. Когда я перестраивался, то заметил, что выезжает грузовик. И что вы сказали? О, Боже. Именно так? Нет. А как сильно вы закричали? О, Боже! Что это? Злость? Спокойно. Все хорошо. О, Боже. О, Боже. Некоторые мои клиенты мне говорили, я не хочу забывать этого человека. Он был для меня очень важен. Я не хочу забывать. Хочу помнить. Хотите узнать больше о ТЭС и других техниках энергетической психологии? Зайдите на сайт emmasvoboda.ru.
Когда это происходит, когда воспоминания, мысли, кусочки мудрости доходят до нас, и мы, наконец, их замечаем, появляется возможность для исцеления, возможность полюбить себя. Это ключ ко всему. Смысл ТЭЦ в успокоении. Вы ясно рассуждаете о проблеме. Общая картина ускользает, потому что так много деталей. Ощущение радости, свободы — это просто поразительно. Я поражен. Столько проблем, о которых трудно вспомнить. Все, что когда-то происходило, надо свести воедино. Психологи утверждают, что 70 и более процентов мыслей являются отрицательными и ограничивают нас и забирают нашу силу. Так и есть. Почти все проблемы, не все, но почти все уходят корнями в раннее детство. Если с ребенком происходит что-то ужасное, появляется страх. Без воспитания он развивается. С детьми происходит столько всяких мелочей, которые мы, взрослые, не замечаем. Но для детей это травмы. Как на вас повлияло ваше детство? У каждого ребенка есть невероятный потенциал стать Эдисоном, Мартином Лютером Кингом-младшим, одним из братьев Райт. Удивительные возможности в любых областях. Но они пропадают из-за таких мелких случайностей. Либо детям говорят, что они глупые, либо они сами так решают. Сколько смелых идей ушло в никуда? Сколько двигателей прогресса исчезло из-за всего этого? Я думаю, зачем все делать идеально? Зачем так делать? Это же мучение. Мучение или защитный механизм? Перфекционизм используют для защиты, но это ни к чему. Я словно снова вернулась в детство, когда все началось. Наверняка это связано с детством. Оттуда все пошло. Я была ребенком. Расскажите о происшествии. Она говорит, что ничего не изменилось, но нужен конкретный момент. Говорите только то, что хотите, но о том происшествии, когда вы поняли, что надо все делать идеально. Должен быть один важный момент. Таких случаев бывает десятки, но один сразу вспоминается. Расскажите, если вы не против. Это поможет. Я хотела произвести впечатление на отца. Он всегда уезжал надолго. Он работал продавцом. Когда он приезжал, мы все радовались и бежали к нему. А меня он не замечал. Но он подходил к моей сестре, брал ее на руки. А я сидела и думала, почему не меня? Хорошо, это тяжело. Еще как тяжело. Какие чувства? Боль, грусть, боль. Дети открыты для всего. В раннем возрасте они всему учатся у нас. Первые 6 лет наше сознание почти не работает. Мы впитываем ощущения. Эти ощущения потом идут с нами по жизни. Но получаем мы их от других людей. Вы копируете поведение родителей, и оно становится вашим поведением. Джеки, что такое? Ты постукивала во время рассказа о семье. Что ты испытала? Много чего у меня было в семье. Я все делала лучше всех, чтобы на меня не злились. Столько раз было, что не упомнишь. Но был один случай. Нас было 6 девочек и 3 мальчика. Я была вторая по младшинству. Отец всегда бил старших братьев. Так, постукивайте по ключице. И все мы это видели. Да. И что вы сейчас чувствуете? Еще что-то скажете? Теперь по брови. Он бил моих братьев. Он бил моих братьев. Край глаза, и я не могла помешать. Под глазом. Он бил моих братьев. Он бил моих братьев. Под носом, и я все это видела.
И я все это видела. Он бил моих братьев. Он бил моих братьев. Поэтому я не хочу, чтобы на меня злились. Уж точно не хочу, чтобы отец злился. Если какую-то проблему вы не хотите озвучить, не хотите признаться или смириться с ней, то как раз это заслуживает постукивания. Хорошо то, что это путь к выздоровлению. Проблема укажет, где требуется ваша любовь, сострадание и прежде всего согласие с собой. Чем быстрее вы всего этого добьетесь, тем быстрее устраните проблему и заживете нормально. В подсознании скрыто то, что мы получили от близких в процессе воспитания. Это интересно, потому что если мы действуем по воле подсознания и не понимаем этого, то значит мы ведем себя совершенно вопреки нашим принципам и желаниям. Часто суть проблемы — это чувство беспомощности и негодности. Вот и все. Две проблемы — беспомощность и негодность. Мы цепляемся за них еще в детстве. Поэтому я делала все лучше всех. Бровь. Он бил моих братьев. А я все видела и слышала и чувствовала. Он бил моих братьев. Поэтому я все делала лучше всех. Если я лучше, то меня не побьют. Я вот сейчас отходил в туалет. Всю жизнь, с тех пор, как меня приучили к горшку, я думал, что надо долго терпеть. В начальной школе я поднимал руку, чтобы отпроситься, и если учитель был занят чем-то, по его мнению, важным в тот момент, то мою руку не замечали. Помню, я описывался в третьем или четвертом классе, потому что я не мог терпеть, но мне не разрешили выйти. И я с тех пор не могу об этом забыть. Я часто говорю во время сеанса, что вся жизнь основана на решениях, принятых в детском саду. Вот вы часто заходите в школу или детский сад, чтобы спросить у детей совета по главным жизненным вопросам. «Привет, как тебя зовут? Стиви? Я думаю, пару домов купить». Вот такие есть варианты. «А ты как считаешь?» Это же безумие, но так мы и живем. Мы обращаемся за советом в детский сад во всех случаях. Попросить начальника о прибавке? Нет, нет, не надо. Учитель разозлится. Ну ладно. Мы копируем поведение родителей и узнаем от них о манере общения. Учитываются их отношения, отношения к нам, к братьям или сестрам, если они есть. Именно тогда формируется личность. Наш стиль общения, поведение в споре или в случае кризиса. Дети все впитывают. Они чувствуют кризис. У него был ремень для бритвы. Кусок кожи, о которой раньше парикмахеры точили бритвы. Когда я не хотел чего-то делать, отец брал ремень и стегал меня. И так чуть не каждый день. Несколько раз в неделю. Зачем мне все это? Зачем мне эта печаль? Почему она не проходит? В чем дело? О чем думаете? Просто я понял, почему мне грустно. Почему? Потому что если бы всего этого не было, мои отношения с отцом были бы лучше. Вас волнуют ваши отношения. Главное — захотеть добраться до сути проблемы. Обычно в центре оказывается какая-то мысль, воспоминание, идея, образ, что-то, что накопилось внутри. Попробуйте с друзьями записать родительские правила из вашего детства, которые вас ограничивают. Если собрать человек 5-6, то там вспомнят, что надо все доедать в честь голодающих Китая.
И ведь когда идешь в салат-бар и много набираешь, то ешь до конца в честь голодающих Китая. Таким образом, вы много всего вспомните. Детей надо любить, а не бить. Ты ничего не добьешься. Твой отец пьяница, и ты таким же будешь. Ни одна женщина в семье еще в колледж не поступала. Скрывай чувства, не выноси ссор из избы. Куча всяких клише. В зависимости от возраста накапливаются многие миллионы причин для такой биохимической реакции в теле. Как мы поступаем? Заглушаем ее, забываем, откладываем на потом. Может, были тогда проблемы поважнее? Когда вам плохо, проследите за своими мыслями. Вдруг это лишь сплошные прежние убеждения, которые возникают снова и снова. Мой брат всегда был строгим. Мне казалось, что я недостаточно хорош. Я просто физически не могу. Все умеют планировать неделю, а я нет. Всегда что-то новое, а записывать не успеваешь. Я не считаю, что у меня может быть счастливая семья, потому что мы разрушили другие семьи. Я выяснил, что подобные ограничения, я не соответствую, мне страшно, я не знаю, где взять денег, не знаю, преуспеет ли мой бизнес, уникальные для каждого убеждения. Так вот, если их озвучить, то выходишь из подчинения. Ограничения падают. Возлагание вины на себя, самобичевание, вам это знакомо? Я во всем виню себя, да. Скажите громко, это моя вина, это моя вина, это все моя вина, это все моя вина. Мне не помогут. Меня обвиняют в аварии. И я злюсь. И я очень злюсь. Это нечестно. Нечестно. Под носом разве я мало натерпелся? Разве я мало натерпелся? В 99% случаев, если определить источник проблем и сказать «я обидчивый», или «как меня ранили», или «я думал, предательство погубит меня», если это произнести, то можно заплакать. Но становится намного легче. Скажите громко «я нашла себе мерзкого парня». «Я нашла себе мерзкого парня». Это правда? Он все такой же мерзкий. Я боюсь, что иду на поправку. Я боюсь, что иду на поправку. Потому что это испугает моего брата. Потому что это испугает моего брата. Какие ощущения? Да, так и есть. Я в это верю. Верите. И, возможно, вы не против симптомов, потому что отец может расстроиться. Или испугаться. Все начинается с желания что-то изменить. А что вы хотите изменить? Что мешает вам это сделать? Самое главное, в чем недостаток перемен? Это самый лучший вопрос. И окажется, что над ним человек не задумывался. Или все ответы уже известны, и они знают, почему не хотят этого. Знают, чего боятся. Проблемы у нас будут всегда. Такова природа человеческой жизни. А вот что с этим делать, решать вам. Что это за препятствия? Что за переживания? В какой момент вы поверили в то, что не дает вам прохода? Надо ответить на вопросы, решить проблемы по очереди. Несмотря на то, что я виновата, потому что нашла себе мерзкого парня, потому что нашла себе мерзкого парня, несмотря на то, что брат меня ни во что не ставит. Несмотря на то, что брат меня ни во что не ставит. Я сопротивляюсь. Я сопротивляюсь. Это не так. Это не так. Брови, и вся эта вина? И вся эта вина. Невероятная печаль. Невероятная печаль. Это все моя вина. Это все моя вина. И всегда моя вина. И всегда моя вина. Такой я человек. Такой я человек. Мне нравится обвинять себя. Мне нравится обвинять себя. Такой я человек. Такой я человек. Я всегда спрашиваю, что вас гложет, что вас беспокоит, и на чем вы сосредоточились, что помогает понять, куда уходит их энергия, и на чем они зациклены, на каком человеке или проблеме. Так определяется цель ТЭС. Помню, я проводил семинар в аббатстве бенедиктинцев во Флориде. Многие монахи пришли туда из чувства вины, а не из любви к Господу. Один с отрядом прорывался вдоль Рейна во Второй мировой. Погибли все, кроме него. Он был командиром. Он вернулся, 3 недели пьянствовал, а потом ушел в монастырь. Я спросил, зачем вы пришли сюда? Он ответил, я решил лишить себя всех удовольствий. Там много людей с ощущением негодности. Скажите громко, я проверяю, моя семья не заслуживает счастья. Моя семья не заслуживает счастья. Беспокойство еще осталось? Очень мало, совсем чуть-чуть. Сколько?
Двойка. Двойка. С десятки до двойки. Если от слова «моя семья не заслуживает счастья» вы раздражаетесь до десятки, то при падении до двойки другое отношение, другое поведение, манера общения, осанка. Все будет иначе, если уровень снизился. Надо запомнить одно слово при рассуждении о вере. Праксис. P-R-A-K-S-I-S. Праксис – это совмещение веры и поведения. После сеанса все говорят: «Я верю, что смогу добиться большего». Но не добиваются. Почему? Они верят в это разумом. Их парадигма иная. Говорят: «Я верю, что увеличу доходы». Но их парадигма утверждает: «Денег тебе все равно не хватит». И вот наше убеждение существует на сознательном уровне. Такие убеждения мы обычно обсуждаем с друзьями и знакомыми. Но если понаблюдать за человеком, который заявил, что во что-то верит, проследить за поведением, то поведение говорит об обратном. Позитивное мышление – это просто разумное умозаключение. Ладно. Если я подумаю о здоровой жизни или хороших взаимоотношениях, то это позитивное мышление. Но трезвое рассуждение говорит о том, что я не так уж здоров. Да и до хороших взаимоотношений мне далеко. Я противопоставляю позитивное мышление своим суждениям. Попытка сопротивления усиливает проблему, а не ослабляет. Действие равно противодействию. Борьба с плохими ощущениями напрасна. Вы их не забываете. Говоришь, как все плохо, и думаешь, что прав. Но само упоминание ухудшает положение. Да, все правильно. Надо мыслить позитивно, а не негативно. Вы наверняка знаете о технике выписывания себе огромных чеков. Выпишите себе чек на $1 000 000. Этого мало для закона притяжения. Надо посмотреть на чек, посмотреть на сумму, подержать его. Какие ощущения? Если вы сомневаетесь и лишь отчасти хотите оставить себе чек на $1 000 000, то это проблема. Надо избавиться от того, что держало меня все это время, чтобы я мог принять в свою жизнь что-то новое и желанное. Как на вас влияют представления о деньгах? Надо много работать, чтобы хватило на жизнь. Я не хочу быть бедной, не хочу оставаться без гроша. Я уже 5 лет без денег после банкротства в 2001 году. Бедная я. Бедная я. Бедная я. Я правда бедная. У меня недостаточно денег. Хотите понять свое отношение к деньгам? Посмотрите на свои расходы. Что у вас в балансе? Люди считают, что думают о хорошем, но это не так. Они думают, что желание больших денег приведет к результату. На самом деле, их беспокоит бедность и бесконечные счета. Заработать деньги можно как угодно, информации достаточно. Мы вот в кабинете, вокруг информация. С этим проблем нет. Препятствием тут являетесь вы и ваши убеждения. Постукивание помогает стереть негативные убеждения. Несмотря на то, что я банкрот... И это кошмарно. Я целиком и полностью... Принимаю себя. Если всего опасаться и не рисковать, то я не добьюсь того, чего могла бы. Зато деньги в сохранности. Что она сейчас сказала? Она опасается. Мы опасаемся. Живем скромно и тихо. Чем лучше мы сохраняем энергетический баланс такими средствами, тем привлекательнее становимся. Речь не о физической красоте как таковой, хотя и она проявляется. Речь об энергетической красоте. Мы балансируем свое энергетическое тело. Мы сами впускаем все хорошее в свою жизнь. Мы привлекаем все хорошее. И когда мы повторяем и записываем реплики, заряжаем их, чувствуем их, мы осознаем, что новые убеждения из нашего сознания возьмут свое, а прежние отомрут за ненадобностью. И что будет? Суставы заработают, а счет в банке увеличится. Здоровые взаимоотношения, здоровая зарплата, здоровое тело. А почему? Теперь мы настроились на гармонию. Мы выровнялись.
Многие не могут этого добиться. Убеждения, о которых они говорят, не воплощены в подсознание. Чего вы так боитесь? О, Боже! Я немного нервничаю. Класс! Подставьте руку, он сам заползет. Сам. А что еще можно ему подставить? Все мы люди. У нас свои страхи. Мы всего боимся. Особенно в состоянии стресса. Страхи бывают разные. Фобии. Многие боятся выступать на публике или летать. Или боятся змей или животных. Каждый из нас чего-то опасается или боится. Я сейчас очень напряжена. Очень. Даже если эта змея заползет мне на руку, я невероятно спокоен. Нет, не очень. Я где-то на семерке. Несмотря на... Я все еще на семерке. Мне всегда говорили, что змеи страшные. Только два страха считаются врожденными для всех. Страх падения и громкого шума. Это естественные страхи. Прочие страхи обусловлены родителями. И, разумеется, общей обстановкой. Но в основном родителями. Беспокоит нас только то, чему мы придаем значение. Это язык? Да. Он там просто лежит. Хотите взять? Он не страшный. Она все четко продумывает. Я выбираю стать... Очень спокойным и уверенным. И открытым. Для всего нового. Дело вот в чем. Вы подсознательно сосредоточены на страхах. Переделывать надо ваше подсознание. Сосредоточившись ненадолго, мы убираем страх из подсознания. Я правда очень удивлена, что сейчас держу змею. Она не такая страшная, даже милая. Какие у нас возможности? Клиенты постоянно пишут, что техника помогает им снова и снова. Они возвращаются и говорят, что странное постукивание помогает. Я приехал по двум основным причинам, как мне кажется. Боль в спине и посттравматический синдром после Вьетнама. Я уже два раза просыпался без боли в спине. Такого не было с 1974 года. Боль в спине прошла у Джона к концу второго дня и больше не проявлялась. Удивительно, когда во многих случаях видно преображение людей с проблемами. С течением времени у меня прошли не только колени. Я расслабилась всем телом. Никакого напряжения, никаких проблем с приемом пищи. Каждый день я хожу по лестнице, гуляю, никаких проблем. Я сплю ночью гораздо лучше, чем раньше. Боль в коленях прошла у Джоди после первого сеанса и больше не проявлялась. Правда помогает? Если бы не видел сам, не поверил бы. Никогда столько не смеялась, не плакала. Весь этот курс — преображение для меня.
Я была гусеницей, стала коконом, и уже скоро буду бабочкой. Рене? С Рене все замечательно. Он скорбил не из-за аварии, а из-за тяжелого испытания в жизни. Ему нелегко пришлось. Он очень постарался. Удивительно. Не могу поверить, что у него хватило сил. Рене применил постукивание ко всем деталям аварии, чтобы успокоить боль от потери Ракель. Он стал совершенно другим человеком. Хорошо. Мне очень понравилось. Спасибо всем вам. На здоровье. Спасибо. Самое прекрасное в ТЭС и методике постукивания, что ты сам по себе идешь вперед. Через 3 месяца после первого сеанса я заметила, что прошла мучившая меня бессонница. Сон. Этому я очень рада. Я всегда думала, что раз мне 45 минут до работы, то можно поспать подольше. Я всегда этого хотела. В первую же ночь я заснула и проспала всю ночь без перерыва. А на утро ощущала себя просто великолепно, просто удивительно. Донна выспалась впервые за 4 месяца. Для меня чудо — это нечто очень хорошее и необъяснимое. Многие результаты ТЭС как раз из этой области. Думаю, все тут меня поразили. Все столького добились. Я уверена, что моя личная жизнь изменится в хорошую сторону. Страха больше нет. Я преодолела огромный страх. Джеки испытывала чрезвычайную боязнь самовыражения. После пары сеансов постукивания она прочитала вдохновенную речь. Все, что вам покажется препятствием по ту сторону холма, на самом деле лучший шанс в жизни. Она сорвала аплодисменты. Результат говорит сам за себя. Если вначале страх оценивают как 9 из 10, то после нескольких сеансов — единица. Потом мы представили ее аудитории. Раньше она бы испугалась, но теперь спокойно. Больше и доказывать ничего не надо. Все были готовы поделиться историями, опытом, переживаниями. И там просто творились чудеса. Необъяснимые явления. Постукиваешь под переживания соседа, и вдруг все понимаешь. Это все настолько помогает очнуться, избавиться от проблем, о которых и не думал. Получаешь выгоду, что называется, от других. Их опыт помогает. Ты рыдаешь и постукиваешь. Я смущаюсь каждый день на работе. Успехи просто поражают. Сложно описать. Но помощь, которую дает ТЭС... Все укоренившиеся проблемы просто исчезают. Просто потрясающе. После пятницы мне мгновенно полегчало. Изумительно. Надеюсь, так и будет. Мне сразу же стало легче. Ради этого стоило потрудиться. Проблемы мне не нужны. Я не должна тратить на них время. Удивительно. Мы должны осознать, что все это реально и действенно. Мы можем исцелять. На 3-й вечер мы испытали склонность Бернадетт к десертам. Вот это правильный сюрприз. Когда я увидела торты, то подумала, как они прекрасны и как хорошо сделаны. Я не хотела сразу их все слопать. Я рада их видеть, но не хочу все перепробовать. Я уже заметила, что не кусомничаю. Обычно я думала так: ну, не страшно, съесть еще один кусочек. А теперь я терплю. Хотите еще добавки? Нет. Я всегда отказываюсь от добавки.
В этом была моя проблема. При любых эмоциях, плохих и хороших, я что-то ела. Все это было как-то связано. Думаю, что теперь эта связь разорвана. Я что-то чувствую, но осознаю, что не должна есть. Многие эмоции заглушаются едой. Есть начинаешь так быстро, что про эмоции не вспоминаешь. Сразу заедаешь. Для этого и нужны излишки еды. Организм уже утолил голод. Зачем же они нужны? Что делает эта еда? То, чего не хватает в жизни, я спрашиваю, чего вам не хватает? Разве это стоит лишних 20 килограммов и хронического обжорства в течение 30 лет? Обычно мне отвечают, я одинок. Отвечают, что у них в душе пусто, или что вся семья такая. Людей учат, что еда — это средство развлечения. Помощь от скуки, что-то веселое, компанейское. И так бывает часто. Нельзя злиться, когда ешь пирог. Нельзя делать все сразу. Нельзя грустить, когда ешь стаканчик мороженого. Я осознал, что переедаю в силу эмоций. ТС помогла мне избавиться от этого. Несмотря на то, что я хочу сейчас чизкейк или все пирожки в столовой, я целиком и полностью принимаю себя. Постукивание помогает мне успокоиться. Надеюсь, Сэму стало легче. У него было много откровений, как и у Джона, но он совсем другой. Все чего-то добились. Это заметно. Каждый помог мне что-то понять. Я продолжу постукивание, буду думать о себе, а не только о других. Я заметил перемены. Было и лучше, и хуже. Но в результате мне только лучше. Меньше боли. Это лучшие достижения за все 4 дня при помощи постукивания. Я понял, кто я на самом деле. В отличие от моего образа, я могу следовать зову сердца и интуиции, а не разума. Головные боли Сэма усиливались и спадали на протяжении выходных. Занимайтесь. Постукивание помогает. Часто люди сомневаются, правильно ли они говорят или концентрируются. Если вы думаете о проблеме, то постукивание поможет. Думаю, эмоциональная подоплека курения пропала, а пристрастия к никотину пока нет. Деник бросил курить на один день. Думаю, ограничение курения и контроль над эмоциями поможет мне бросить. На следующий день он решил, что всегда хотел курить, и что все решает сам. Желание курить прошло. Он этого и добивался. Проблема была, чем ему себя занять. Дело не в курении, потому что желание можно усмирить. Дело в причинах. Само пристрастие. Люди пьют, используют наркотики, потому что это помогает. Иначе нет смысла. Пристрастия меня не просто доконали, но еще они довели меня до панического страха. У меня было очень много травм, из-за которых я переживала. Меня изнасиловали в молодости. Я досаждала семье, изводила себя. Мне каждую ночь снились кошмары. Мой муж сейчас даже спит в другой постели. Я почему-то его пугаю. Я трясусь, начинаю плакать и кричать во сне. В эти выходные у меня впервые не было кошмаров. Она изменилась. Она вся светится, смеется, полна жизни и добрых намерений. Хотя впереди еще ждут препятствия, но она не сдается. Она сильная. Теа мужественно пережила травму после изнасилования. У всех произошли какие-то перемены в жизни. А может, и у зрителей тоже.
Я думаю, что нам всем нужна совершенно реальная помощь. И не просто таблетки. Мы сами помогаем себе. Это простая, но действенная техника, которая поможет многим людям наладить свою жизнь и жизнь своих семей. Постукивать можно везде. Например, на бейсболе, когда отлучаетесь в туалет. Я говорю клиентам, пейте воду и можете спокойно отпрашиваться. В туалете постучите немного, мысленно все произнесете, а вернетесь с большими перспективами. ТЭС, как мне кажется, народный метод. Он доступен всем. Он буквально на кончиках наших пальцев. Я жалею, что не освоил ТЭС 30 лет назад. 39 лет назад. Но я рад, что освоил теперь. Когда ставят диагноз рак или какой-то другой диагноз, то возникает очень много эмоций. А техника позволяет с этим справиться. Сразу пропадут страх, опасения. Это самые тяжкие эмоции. Техника поможет от кошмаров и даже от нежелания детей идти в школу. Дети формируют свое поведение, а нам приходится менять. Формировать проще, чем менять. Хотелось бы сделать так, чтобы детям не пришлось иметь дело с переживаниями. Достаточно дня, нескольких часов. Это не помешает другим занятиям, а тем более их жизни. Я надеюсь, что ТЭС станут применять в школах и будут обучать детей. Думаю, это было бы замечательно. И сколько добьется такой человек? Мы не растеряем таланты из-за всяческих проблем. Достаточно простого упражнения. С этого все и начинается. Что-то происходит в школе, и их расстраивает. И они думают, что старшие дети плохие из-за одного случая в восьмом классе. Если решать такие конфликты сразу, в конце дня или в конце недели, то дети вырастут самостоятельными, уверенными и менее уязвимыми к подобным случаям. Я верю, что каждый человек как одна клетка. Если мы достигнем полного потенциала, я могу стать клеткой печени, вы – почки, кто-то глазной или легочный. И когда все клетки будут выполнять свои функции, то мир будет процветать. Но когда мы отрицаем свою сущность, мы становимся раковыми клетками, которые мешают работе организма. Наши убеждения о соперничестве, войне в корне не верны. Мы должны любить, жить в гармонии, процветать, общаться, сотрудничать. Вот принципы жизни. Если у меня все хорошо, то я добрее отношусь к людям. Если я добрый, то и остальные это заметят и тоже станут добрее. Получается цепная реакция. Можно изменить всю нашу культуру. Будет инструмент для предотвращения заболеваний. Абсолютная профилактика. ТЭС распространяется так быстро. Скоро это будет как испуг от икоты, привычкой поведения. ТЭС станет такой же распространенной. Думаю, в мире началось духовное перестроение. Люди начали осознавать свою духовность, свою энергию, осознавать самих себя как энергетическое поле. И возможность использования поля даст необходимые результаты. У ТЭС есть критики. Их немного, и они меняют свое мнение. Если вы не знакомы с этим процессом и игнорируете факты, то в критической ситуации вы не будете знать, что делать. Но если вы в курсе, то для вас нет пути назад. Да, раньше со мной много всего было. Я ни о чем не думал. Все игнорировал. Но с этих пор все беру под контроль. Теперь я хозяин своей жизни. Теперь вы хозяева своей жизни. Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела у наших персонажей,
А также информацию о методе постукивания зайдите на сайт tryitoneverything.com. Выражаем благодарность Гэри Крэгу, основателю ТЭС, за его старания по развитию и распространению ТЭС. Его безустанный труд принес радость и исцеление сотням тысяч людей по всему миру. И их становится все больше. Хотите узнать больше о ТЭС и других техниках энергетической психологии? Зайдите на сайт emosvoboda.ru.